Похоже, что конфедерация находится в состоянии паники по поводу антиганского мятежа. Не удается перехватить большое число приходящих и исходящих сообщений конфедерации между постами и штаб-квартирой на Тарсонисе. Большинство из них хорошо зашифровано, но вот что-то есть. Говорит генерал Дюк из корабля Норад-11 на Альфа-Сквадрон. Мы потерпели крушение и атакованы войсками Зерга. Запрашиваю немедленный ответ от любого, кто получил это сообщение. Повторяю, это сообщение – бедствие важности номер один. Зерг? Здесь? Похоже, настало время Дюку почувствовать, что такое неприятности. Джим, я хочу, чтобы ты полетел туда и спас эту базу. Ответ отрицательный. Я с трудом вас слышу. Арктурус, ты потерял рассудок? Послушайте, я знаю, что Дюк — хладнокровный ублюдок, но это не повод страдать целой колонии. Кроме того, мы могли бы показать Конфедерации свою силу. Это возможность, которую нельзя упустить. Мне это совсем не нравится. Я не прошу вас, чтобы вам это понравилось. Я приказываю выполнять. Да, сэр. Хорошо, примемся за дело. Конец брифинга, мои дорогие друзья, и с вами снова я, Дезертир. Всем привет, так сказать, и мы поехали на миссию, а именно защищать боевое судно Норад-2. Потому что... Ну какой Норад-11? Какой Норад-11? Ну серьезно, ну боже, ну что? Это римская цифра 2. Но тем не менее, я все еще считаю, что озвучка здесь офигенна. Здесь можно и посмеяться, и повеселиться. И все, в общем-то, в целом классно. Поэтому меня все устраивает, я этой озвучкой доволен, она очень веселая. Очень шикарная. Так, чиним вот это. Добываем все вот это. Так, здание землян сгорает дотла, если оно вовремя не отремонтировано. Ну, это, собственно, и так было понятно. Нам нужно... Давай, командир. Чтобы было здесь все построено как надо. Ладно, попутно мы сейчас будем строить КСМ-ки. А он пока будет чинить. Так, вот здесь нам доступны наши дорогие друзья. Пока что мы не можем их никак контролировать. Вот теперь можем, отлично. Наши войска атакованы. Что? Стоп, я что, послал КСМ? О, боже ты мой, я случайно послал КСМ, короче. На полную гибель. Я не заметил этого даже. Так, ты тоже сюда. Ты сюда. Ты чини его. У нас не хватает виспена, зашибись. Ладно, поставим пока что на удержание. Здесь починили, здесь починили. Нападать на нас будет в основном сверху. В принципе, ничего плохого здесь не предвидится. Ладно, он починил. Так, здесь тоже фактически починено. Нам нужна как минимум броня или что-нибудь в этом духе, но у нас в принципе ничего такого нету, поэтому мы просто будем пока что копить. Нам нужно построить хотя бы, не знаю, 5 КСМок и тогда уже начать более-менее полномасштабно развиваться. А лететь напрямую, насколько мне не изменяет память, сюда нельзя, потому что... Здесь, к сожалению, находятся очень-очень нехорошие ребята. И это нифига не круто. Поэтому... Просто вот здесь вот находятся как бы споровики. По всей вот этой площади. Вот. А спорки, они нас, короче, убивают только так. Только в путь. Только дай им, как говорится, разгуляться. И не будет у тебя никакого воздушного кораблика. Так, пока мы не производим юнитов, давайте перестроимся вот сюда. Дабы немножко забаррикадироваться сверху. Вот так вот сделаем. Здесь у нас поставим сейчас бункер через какое-то время. Я думаю, нормально так будет. Ближе, по-моему, здесь подлететь нельзя.
Готовим еще одного, двух из CV-шек. Даже трех можем подготовить. И пока что развиваемся дальше. Ладно, здесь морпехи есть, здесь морпехи есть. Здесь никого нет, но здесь можем поставить Джима Рейнера. И еще кого-нибудь полезного. Так, что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно запилить вот здесь бункер, и мне нужно запилить газилку. Газилку я сейчас не могу запилить, потому что мне не хватает минералов, о чем мне сказали ранее. Вот теперь мне на нее хватает, и я могу ее спокойно запилить. Все, отлично, у нас есть газ, а это значит, что скоро мы сможем починить вот этого робота. Надеюсь, я успею. Потому что если нет, то это будет очень-очень печально. Так, минеральчики у нас добываются хорошо. Ай-яй-яй, все-таки успели уничтожить, ё-моё. Вот чуть-чуть не хватило. Да, и раньше требовалось... Сейчас, по-моему, во второй части уж не помню, но, по-моему, требуются минералы для починки. А в первой требовался газ для починки техники. Насколько мне память не изменяет, конечно. Ну и, по крайней мере, мне постоянно намекают на то, что мне не хватает эспена. Соответственно, значит, нужно чинить именно за его счет. Такие вот дела, мои дорогие друзья. Ладно, загружаем их внутрь. И расставляем их вот так вот по бокам на удержание позиции. Так, SCV еще один готов. Газ у нас добывается как надо. Проблема. Пока, малявки. А вот как-то так. Сейчас мы начнем производить наших морпехов. Как раз примерно к тому времени, когда они начинают на нас подходить. И я думаю, что будет все хорошо. Нам нужен бункер. Ну, чтобы не было впредь таких плохих ситуаций, как только что было. И нам нужны еще пару CV-шек в идеале. Так. На всякий случай хотя бы одного запихнем сюда. Хотя лучше вот сюда все-таки. Здесь чаще приходят. Так. Работа выполнена, моряки пришли. Скоро мы пойдем уже в атаку, ребята. Так, хотя, знаете, давайте подстроим, что у нас здесь есть. Академию. Здесь нам огнеметчики понадобятся. В любое время. Здесь вот часто малявки бегают. А мы можем их неплохо так заставить поработать. Там прилетел надзиратель, непонятно зачем. Ну окей. Будем надеяться, что он нас не хотел обидеть. Что у него только хорошие намерения. Так, что у нас здесь по ХП? Здесь по ХП все нормально. Нарад 2 горит малость. Я пошел. Ну я думаю, что с ним в целом все будет нормально. Продолжаем подстройку маринов. Сейчас надо будет подстроить еще одни бараки. Чем мы, наверное, сейчас и займемся, собственно. Так, бараки мы впилим где-нибудь вот здесь. Работа выполнена, отлично. Так, нет, стоп, на добычу мне не надо. Мне нужно, чтобы ты подстроил завод техники. Я с него начну производство генералов, говорю. Голиафов. Подстроим его где-нибудь пониже. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. И нужно будет еще починить Рейнера. Ну, потому что просто нужно. Так, виспенчик у нас добывается более-менее нормально. Я думаю, сейчас мы увеличим дальность действия, дальность атаки. Как только у нас накопится еще сотня виспена. Потому что пока у нас возможности такой нету, не наблюдается. И мы будем подстраивать в это время маринов, скорее всего. Отлично, работа выполнена. Давайте отправим его на добычу все-таки газа как раз таки. Так. Сотня накопилась, да? Отлично, осталось дождаться еще чуть-чуть минералов. И все, можно сделать улучшение. Так, вот. В смысле?
А, 150 газа. Простите, не заметил. Ну, давай, еще одну банку принеси. Отлично. Так, смотрите, здесь опять малявки. Ах ты ж хитрые малявки пошли на мою базу сразу. Так. Опять виспена не хватает. Давайте сейчас его добудут. Вот, отлично. Мы убрали, подвинули чуть-чуть Рейнера. Которого, как я уже сказал, надо будет чуть-чуть сейчас починить, кстати. Давайте выберем вот тебя, например, и почини бедного Рейнера. Так, теперь газ у нас добывается более или менее. Нам нужны пара газовиков. Даже три, наверное, как минимум. И нам нужны дорогостоящие голиафы. Для них нам нужен военный завод. Это Джимми. А это у нас Джимми. Так, минералы у нас добываются вполне себе хорошо. Так что будем подстраивать пока что морпехов. Усовершенствование завершили, отлично. И сейчас, наверное, будем делать усовершенствование оружия. Бамс, пошло. Хорошо. Здесь меня пока все устраивает. Так, построим еще Марина. Сколько там? 70. Нет, 50-25. Ну да, подстроим еще. Почему бы нет, пока хватает. Так, что нам здесь еще надо? Что нам здесь еще надо? Нам нужен военный завод. Построим его вот здесь. Попутно мне уже сейчас надо будет подстраивать, благо кому-нибудь из них, бараки. Сейчас мы этим и займемся как раз. Вот и пошел еще один барак. Чем больше у нас Обам, тем лучше. Обамы всем и всегда нужны. А вот, нам в любом случае нужны голиафы. Для чего они нам нужны, я могу объяснить очень просто. Потому что голиаф очень хорошая машинка, которая уничтожает все и вся. И не дает противнику возможности опомниться. Так что сейчас мы этим будем пользоваться. Так, этот работу выполнил. Выполнил одну, строй сразу другую. Работа выполнена. Тоже выполнил, сейчас тоже будешь строить. Бедный. Отхватил, бедняга. И же ему больно-то, наверное, было. Так. Достроил, да? Отлично. Так, и нам нужно улучшение сделать. Сейчас как раз у нас газ отнимут, точнее минерала. С газом у нас, в принципе, полный порядок, более или менее. Сам добывало три рабочих. Сейчас нам нужны минералы. Которых нам, кстати, не хватает. И нам нужны рабочие. Нам нужны больше рабочих, как можно больше. Потому что с газом, как я уже сказал, проблем мы не наблюдаем. А вот со всеми остальными ресурсами у нас некоторые проблемы есть. Отлично, работа выполнена. А здесь нет такой проблемы, что у вас застрянет ваш юнит. Сервоцепи замкнуты, отлично. Так, можно строить голиафов. Куда же без них, без родимых. Хотя бы штук 5 мы построим и будем выдвигаться на противника. Противник у нас располагается по вот этой карте вплоть до суда. То есть, короче, всю остальную часть карты у нас занимают зерги. И это все, на что вы способны. Летать на меня парочка верлордов. Вы ничтожные зерги. Так, ладненько. Здесь особого смысла нету. Подстраиваем сюда немножко этих ребят. Подстраиваем еще голиафов. Подстраиваем еще маринов. Подстраивали бы, если бы у нас хватало минералов. Ладно, подстроим наших друзей газовиков. Газовиков. Так. С минералами у меня, конечно, все-таки какие-то большие проблемы, я так смотрю. По идее, где-то здесь должен быть SCV, но почему-то я его не вижу. Так, здесь SCV нет, здесь SCV нет. Здесь тоже SCV нет. Где же был SCV?
Окей. Ладно. Поверим Голиафу, что они на связи. Подстроим еще маринов. И, наверное, все. Наверное, мы выдвигаемся. Только без Джима Рейнера. Выдвигаемся через центр базы. Так, что там у нас происходит? Кого-нибудь из них сильно ранили? Да, вот его сильно ранили. Мне нужно, чтобы я его починил. Желательно, обязательно. Потому что если я его не починю, то он у нас помрет. Нам же это не надо, правильно? Так, бункеры у нас, по сути, не сильно атакованы. Так. И начинаем полномасштабное продвижение, друзья мои. По идее, мне этого должно хватить. Главное не стоять на месте. Главное постоянно атаковать. Постоянно идти вперед. Атаковать плетки. Не давать им шанса опомниться. Идти, 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 идти. Все время вперед. Все время продвигаться. К сожалению, войска здесь малость неуклюже ходят в первой части, но что сделаешь? Приходится как-то так ими управлять. В принципе, приходится ими управлять непонятно как. Но главное, что мы добиваемся основной цели, мы проходим вперед. У нас здесь летает куча оверлордов. А мы продолжаем подстройку нашего маринада. Продолжаем подстройку маринада и тем самым продолжаем подстройку голиафов, в том числе, кстати. Вот нам даже минералов уже не хватает, но я думаю, что маринада нам хватит. В принципе, здесь уже на конкретно вот этой базе нас ничего сильно страшного не ждет. Пробуем разбить яйцо, хотя это извращение, честно говоря, конечно. Здесь оно такое же безумное, как и во второй части. Убиваем кучу оверлордов. Убиваем все и вся. Ждем подкрепления. Нам в идеале нужно сейчас сделать вот так, смотрите. Вот у нас есть часть войск. Сейчас мы дождемся выхода хотя бы еще двоих-троих. Голиафы. Всего этого хватает пока что. Давай, командир. Так, только Джима выделять, это простите, Джимми. Не надо. Я знаю, что ты Джимми. Но прости, уйди отсюда. Так, вот этими войсками. Вот этими восселыми войсками мы пойдем сейчас вот сюда. Так, ну там я вполне уверен в своей базе. Теперь мне главное вот сюда сейчас пройти. Подняться. Можно было бы, конечно, захватить всю карту. Развиваться, развиваться, еще раз развиваться, но... Меня, в принципе, и так все более или менее устраивает. Гидру выносим. К нам прилетела веселая гидра. Выносим вот эту гадость. Она вынесла нам одного голиафа, но я думаю, что мы справились в целом. Так, больше, по-моему, здесь ничего нету. Периодически сюда будет прилетать гидра, но особой разницы я уже не вижу. Так, ладненько. Тем временем мы поднимаемся по парапетику. Я пошел. Только скажи. На нас накинули метос, по-моему. Если меня ничего не путаю. Летающие квины, это просто замечательно. Чем раньше квины действительно летали, друзья мои. Это сейчас они стали простыми, непонятными юнитами. А раньше они вполне себе летали. Покорители, так сказать. Всего святого. Так, вот плеточки просто ужасные. Серьезно. Так, мы продолжаем подстройку, как я уже сказал. Продолжаем каждый раз присылать в ту сторону народ.
нас травят очень сильно. Из-за чего наши друзья Марины просто безвозвратно умирают. Так, ну нам уничтожили всех голиафов, но у нас прибыли новые. Поэтому антивоздух у нас снова есть. Малявок мы выносим только так. И продолжаем пополнять наши ряды Мариносами. Даже давайте сделаем точку сбора вот здесь. Так, опять-таки здесь точку сбора. Продолжаем пополнение. Голиафы, голиафы, голиафы. Давайте тоже голиафов вот сюда вот. Все, все отлично. Меня все, в принципе, устраивает. Все устраивает, все хорошо. Нам убили еще одного голиафа, по идее. А, нет, не убили, он просто перебежал чуть-чуть подальше. Эх, как же хорошо выглядит личинка. Она такая маленькая и незаметная. Тем временем мы уже почти уничтожили всю базу. Происходит это, конечно, немножко медленнее, чем в первом, точнее, во втором Старкрафте. Здесь марины менее сильные. Но, тем не менее, все в целом происходит нормально. Все в целом мне нравится. Можно, конечно, было бы перенести здание туда. Но это, в принципе, не имеет особой разницы. Все, с базы мы можем уходить отсюда. Давайте выделяем всех маринов. Я сказал, выделяем всех маринов, но почему-то я их при этом не выделил. Ладно. Так, ведем ребят туда. Все, нормально. Голиаф туда летит. Рейнера тоже можно переслать вот сюда. Выделяем отряды. Выделяем отряды, идем вперед. Выделяем вперед. Здесь тоже, ребят, выделяем и вперед. И так и проходим, собственно говоря. Насколько я помню, здесь нужно будет всех сгруппировать и туда отвезти. Все, у нас опять не хватает народу. Так, сейчас мы вон сюда завезем народ. Потому что иначе они будут толпиться. Иначе они будут толпиться, нам это же не надо, правильно? А здесь у нас плеточка. Плеточку надо, конечно, убить в первую очередь. Попутно, пока я буду зачищать здесь все дело, насколько мне не изменяет память, я должен буду построить космопорт. В каком-то смысле желательно даже два. Но на самом деле мне хватит и одного. Так. Продолжаем путешествие. У нас здесь еще куча войск. Пока мы будем все это дело обходить. Продолжаем атаку. Уничтожаем в первую очередь, естественно, плеточки. Потом уже опухоли. Иначе все пойдет не так, как мы задумывали. И нас просто чуть-чуть перебьют. Точнее, стоп, это не опухоли, это у нас спорки. Простите, пожалуйста, это у нас спорки. Работа выполнена. Так, работа выполнена. Мне нужно построить еще одну. В принципе, здесь достаточно одной, по идее. Итак, чтобы нам легко и просто пронести к кораблю все это действо, мы идем в разные стороны и зачищаем все это. А здесь куча антивоздуха. Поэтому нужно быть в каком-то смысле максимально аккуратным, когда вы летите сюда. Видите, сколько здесь спорок, особенно вот в этом месте. Боевой режим включен.
Это как минимум жестоко. Так, уничтожаем здесь все. В принципе, как я уже сказал, нашему хорошему другу ничего не угрожает. И сейчас мы будем просто подстраивать два транспортника, которые нам надо сюда доставить. Тем временем, кстати, мы можем, знаете, что сделать? Просто тупо починить нашего друга. Корабль его. Что ж, давайте с двух сторон. Давайте с двух сторон нападать. Зажимаем ребят, атакуем и уничтожаем полностью все, что здесь есть. Как-то вот так вот это все и проходится. Миссия в целом легкая. Ничего сильно сложного в ней нет. Подогнали первый корабль, наполовину достроили второй. И в принципе как раз я закончил с разрушением всей базы противника. Хотя нет, вот здесь вот есть еще одна маленькая гадость. Как он здесь браво зовется, разрушитель. И вот сейчас сюда прилетает, я думаю, второй медивак, который на самом деле нифига не медивак. Ну окей. Транспортник штука хорошая. Так, и... И... Друзья мои. Или мне нужно обязательно туда Джим Рейнера доставить? Отлично. Ну, давайте доставим туда Джим Рейнера, окей. Доставляем Джимми. Я Джимми. Рейнер на связи. Давай, скажи эту фразу. В любое время. В любое время говори. Давай, говори сейчас. Это Джимми. О, это Джимми. Отлично. 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 Я тоже так считаю. Вот, в общем, собственно, миссия пройдена. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Надеюсь, вам понравилось.